с вами! Боги смотрят! Вы хотите в Вальхаллу? Вы трусы! И славы вам не снискать! Смотри, куда бросаешь. Ты копаешь, как пес. Ты назвал меня псом? Я сказал, ты копаешь, как пес. Разбрасываешь землю в стороны, как животное. Так теперь я еще и животное? Ты не слушаешь меня? Я глухой?
Ты глупый карлик. Просто ты говоришь путанно, как старуха. Эта старуха сейчас пошлет тебя в мир иной, старик. Что случилось? Спор двух мастеров. Ты заметил, что он выше тебя? Да. И моложе? Да. Ставь на него, если хочешь. Я могу. Повезло. Ты должен остановить их. Его же сейчас убьют. Возможно. Но ты не должен. Не должен. Вы глупцы. Позаботьтесь о вашем друге. Он был смелым воином. Ты мог убить его сразу? Да. Зачем же обманывать? В этом весь смысл. Каждый дурак может оценить силы. А он стал примериваться, как увидел нас. Теперь он должен оценивать то, что не видно сразу. Не дайте им отступить!